Ребята, всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. И мы продолжаем проходить главный квест вампиров. Ну что, ребят, ну что, мы неплохо так побегали на стриме. Я нашел 3 парагона, но не нашел еще 2 и не нашел один самый ценный. И знаете, что еще понял? Я понял то, что мне же нужно будет качать лук. Из-за того, что мне потом нужно драться с этим главарем вампира, а лук у меня не сильно так прокачан. Я так подумал, давайте, наверное, я попользуюсь немножечко луком. Да, давайте, ребят. Ну что ж, дайте посмотрю сложность. Все ли мне тут нормально? Да. Легенда, ребят. Легенда! Special Edition. Я в орочей броне с такой вот маской. И мы отправляемся дальше. Так, главное дальше понять, куда мне идти-то. А, все, я вспомнил. Да, мне нужно вот сюда, но... Стоп, мне показывает, что я как бы должен какое-то святилище зайти, что ли? Вот это вот. Секунду. Ой, отмена. А, последний кувшин остался у меня. Последний, ребят. Понятненько. Ладно, ребят. Только почему он показывает мне туда? Мне же нужно в пещеру. А, это в пещеру просто такой вот крюк. Еще я огромнейший. Так, секунду, сейчас все остановлю. Хочу передать привет Виолетте, которая нарисовала вот такой вот рисунок. Не знаю, из-за хромакея, может, плохо видно, но я сейчас выставлю его на экран. Такой прикольненький. Спасибо тебе огромное. Очень круто, очень класс, молодец. Так, ну что, друзья, можете присылать мне такие вот работы. У меня есть альбом в группе, и я иногда выпускаю по этому альбому видео. Так, ладненько, давайте, наверное, я нырну вот так вот пряменько. Так что присылайте, группа ВК, описание снизу. Виолетта, еще раз спасибо. Так, ну что, я думаю, вот так вот сейчас рвану пряменько, быстренько. И возьму... Что я сделаю? Я, наверное, лук зефир... А у меня на троечке стоит, все нормально. Так что, если что, я буду доставать свою булаву! Свою суперскоростную булаву! А всех остальных на дальнем расстоянии в режиме стелс мы будем расстреливать из лука. Конечно, со всеми такой фокус не пройдет, 100% не пройдет. Но многих я своим уникальным луком... зефиром положу. Мне очень хочется, конечно, протестировать с луком Ауриэля его. Многие говорят, что он намного скоростнее. Ну или такой же, по крайней мере. Но почему-то мне не верится. Ну посмотрим. Я просто хочу прокачать полностью лук. Полностью все перки. Давайте посмотрим, насколько у меня лук прокачан. У меня он на пон прокачан. И у меня уже дело в том, что легенда и вообще не прокачан. Ну, на 2 пункта, и нужно его дальше. У меня есть 5 очков, и я думаю, смогу их распределить в нужном русле. О, Риклинг. Боже мой одинокий Риклинг. Бедняга. Заблудился, теперь думает, блин, как же мне отсюда выбраться? Так, слушай, ты идешь вот туда. Ну, ладно, разбирайся сам. А мы отправляемся в опасные места фалмеров. Ой-ой-ой. Тут, по-моему, фалмеров очень много будет. В этих ледниках. Вот они уже начинают там ходить. Ладненько. Да, вот эта музыка этого вида. Огромная локация. Вау. Так, а ну дайте посмотрю. Да, юзнуш-то прокачалась. Ой, меня, по-моему, немножечко заметили. О, да, конечно, факел. Ты видишь?
Четверочка, отлично. Интересно, я так могу попасть в них? Нет, нет, они, по-моему, только сильнее согрелись. Есть! Зарядил! Отлично! Да! Не, наверное, слишком большой навесик. На бедного. Есть! Ой, черт, по-моему, вообще. Зато стрельба качается. Отнял такой понт. Да, с лука, наверное, я их буду расстреливать долго. Почему? Да потому что у меня ни вещей тут на лук нет. Ничего нет. Я вот это вот... Не, ну знаете, сдалека можно так вот чисто немножечко пострелять. Вот он бежит, бежит такой. А мы тут его булавой. Да ладно! Малыш! Главное, чтобы вот этот вот с лука меня сейчас не бабахнул. А он может. Он может еще как. Что там? Хорошо, что я доверяю своему. Будем чисто в стелсе. Да ладно, ты даже в легкой броне. Так что с тобой я тоже справлюсь довольно быстро. Да и с тобой. У тебя очень много жизней. Ты в тяжелых доспехах, в которых я буду бегать скоро, скоро, скоро. После... Тяжелая броня. Ой-ой-ой. Я бы не увлекался. Блин, еще один выстрел. И все. Блин, переиграл. Теперь во мне, блин, прыгаю. На кнопочки. Надо поставить все в одно русло, наконец-то. Давайте стрелы пособираем. Наверное, лучше доэдрическими пользоваться, да? Да, лучше всего доэдрическими. Блин, ну смотрите, и туда можно пойти. И туда... Ага. А он меня заметил, да? А, нет. Отличненько. Так, сейчас я стрелы поменяю. Одежда, 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 одежда. Эти мои стрелки. Доэдрические. И давайте посмотрим, что у меня за яд. Ну, просто будем использовать... Те яды, какие у меня есть. Блин, просто у меня их очень много. И как бы тратить их нужно. Отлично! Мастер укрытий. Попал. Есть! Ага, и вот идет большой. Ой, как красиво-то! Вау! Он еще и упал. Так. Привет, мой дорогой. Нежданчик, да? О! Вы посмотрите, Риклин со мной пошел. Риклин не хочет меня оставлять. О, мы на пару с Риклином просто совершаем добивание. Класс. Ну ты боец. Крутой, крутой, крутой. А давайте посмотрю. Эльфийский меч Бурана. Вот, двуручный. Давайте отдадим двуручник какой-то сейчас как раз Риклингу. Иди сюда, мой маленький. Очень странно, что Риклинг помогает мне, но он не мой компаньон. Не самые прочные постройки. В общем, этого и следовало ожидать от этих... Конечно, не самое. Фалмерский лук. Просто в текстурах немножечко провалился. Я хочу много драгоценных камушков. Да и стрелы тоже пойдут. Эльфийские. Самое главное побольше насобирать эльфийских стрел. Почему? Да потому что они потом будут мне очень нужны. Магия у нас не бесшумна, и где будут противники, мне лучше сильно не использовать ее. У меня есть кувырок, так как я немножечко скрытность прокачал. Давайте, наверное, так я буду двигаться. Давайте сохранимся. Ух уж эти звуки. Так, я вижу какую-то ловушку. Вау, вы только посмотрите, какие глобальные...
О, это было близко. Очень близко. О, там с ним похоже, дружок. Ловушки у них получаются лучше, чем мосты. Странная раса эти фалмеры, да? Странная. Вон наверху. Давайте попробуем его поймать. Выглядывает малыш, да? А ну давай, лови стрелу. Да! Так, и сейчас он погнал оббегать. Или не погнал? Ага. Тут другие пошли на разведку, да? Да-да-да-да-да. Вот животное. Да тут я! Жнец еще! Это огромное, стрёмное существо. Ага. Ну, все, ребят. Меня спалили. Поехали драться. Погнали драться. Получай. Слушай, мне твоя ладошка. Ой-ой-ой-ой. А, это мой. Только я так и не понял. Я просто подумал, он на меня сагрился. Это, наверное, просто кто-то в меня стрелу выпустил. Из-за этого я так испугался, блин. Это был мой жнец. Вот, вот здесь этот лучник. Блин, тут можно просто-напросто легко упасть. Не, ну представьте, если бы вы шли вот так вот по льдине, тут подскользнулся и просто упал. Так. Воу! Отправляйся вниз, дружок. Вон он. Так, интересно, тут мосты не ломаются. Я сюда иду просто-напросто за вот этим вот сундучком. Камушки драгоценные, разные зелья, все заберу. Хоть я даже его не использую. Не, ну иногда это очень полезно для меня. Использовать какие-то зелья. Так, ну все вроде. Немножко зачистили. Ага. Иллюзия, качайся. Качайся, моя дорогая. Зелье. Что против фалмеров хорошо зайдет-то? Какой яд? Ну, только, наверное, на сопротивление урону. Отрава. Ну, отрава на них, по-моему, не работает. Ладно. Знаете, чтоб чисто место не занимал. Что такое? Не понял. Давайте вот так вот сейчас он будет идти. И я в него... Блин, слишком медленно. Крадется, а? Крадун какой. Попался. Так, тут, наверное, он тоже сундучок охранял. Да. Две мирские. Нет, спасибо. Все равно пошли дальше. Пока все нормальненько. Мы по чуть-чуть проходим. По чуть-чуть лука чаем. А что? О, черт! Мне повезло, что она одна. Две обычно меня убивают. Я так и знал, что там, блин, ловушка, но было уже поздно. Так, дружочек, приветик. На! Кто там? 28, по-моему, на 30-очке, да, качается? Давай, мой маленький. Она в меня не стреляет. Ну, а может быть, это она. Фалмеров не поймешь, хотя нет. Она это... Чуть-чуть другой фалмер, это в основном маги. Да, это в основном одни маги. Во-во-во-во-во. А тут еще кто-то идет. И уже в тяжелых доспехах. Что такое? Застрял чуть-чуть? Давай там и оставайся. А нет. Этот идет побыстрее. Крит выскочил. Отлично. Давай. А теперь... Отлично. Давай танцевать. Да. И куда мне? Туда или вниз? Там у них какие-то... Давайте, наверное, вниз сейчас спущусь, а потом, если что, отправлюсь туда. Дальше. Также в стелс. Вау. Так, а вот и девочка.
Ой-ой-ой-ой, просто суц. Сколько я буду прыгать. Ага, тут просто жила эта шаманка, этот маг. О, эбонитовый. 230 килограмм. Ну что ж, к сожалению, такие вещи я буду оставлять. Я просто сейчас не хочу тратить время на дреморочку. Я хочу пробраться дальше. Ой, смотрите. Я-то думал, что все, теперь мне надо будет вверх, а оно все ниже и ниже. Куда еще ниже? Что там? Там что-то будет? Там тоже какие-то пещеры. Что за ерунда? Это куда выход? Или проход? А, это снизу. Не-не-не-не-не, мне не сюда. Просто если бы мы упали, мы могли точно так обойти. Просто другой дорогой. Ух, вы видели, она тоже кувыркается. Красотка. Интересно, какой у нее, наверное, тоже большой уровень скрытности, что она умеет кувыркаться. Просто ни разу не видел, чтобы напарники кувыркались. Обычно они крадутся, знаете. Она еще умеет. Вау, для меня непривычно. Очень непривычно. Так, давайте вот эти вот стрелы дорогущие я заберу, наверное, свои. Потому что я здесь их нигде не достану больше. Хотя можно дреморочки купить, да? Да, у нашего дорогого. Так, нажмем тебя. Нажмем защиту. И вот дальше уже опять какое-то поселение. Вот здесь по-любому они будут. По-любому, только где они прячутся. Вау. Так, ладненько, давай-ка мы сейчас немножечко тут все залутаем. И отправимся дальше. Хм, как-то странновато, что тут никто не охраняет. Ну, мне кажется, сейчас будет какой-то сюрприз. Скайрим любит устраивать сюрпризики. Какие же тут виды, господи, вы только посмотрите на это все. Вот это да. Блин, если я упаду, а тут как будто три этажа. То есть это самый нижний, вот этот средний, что мы шли, и это самый верхний. Ага, я уже понял, где они прячутся. Вот, да. И отдыхает такой. О, дорогой. Ой. А-а-а! Нырнул. Ой, смотрите, там фаунер гуляет. Я так и знал, что в текстуры попаду. Ладно, давайте с этим вот разберемся. Иди сюда. Да, немножечко. Ой, отлично, он так медленно идет. Так, 29. По-моему, на 30 уровне. Ой, такую в стороночку. Так, типа, друг, не стреляй в меня. Такой, кто же в меня стреляет? Я его не вижу, но, черт подери, какая-то странная боль в броне, а жизни все меньше и меньше. Сейчас я, наверное, буду использовать хилку. Да, они частенько ее используют, но почему-то... Мы просто-напросто его взяли на изи, расстреляли. Ой, стой, это зелье. Давайте зелье возьму. Нормально. Вот эти вот... Дышки огромные, сосульки. Просто представляете, какой это глобальный размер их. Да. Это нифига себе. Ой, смотрите, какие-то уже... Мне кажется, близко уже возле замка, потому что ворота его уже виднеются. Да. Тут все заморожено. Наверное, история более подробно расписана уже непосредственно... В самой книге, вот эта вот Фалмера книга, нужно будет обязательно. Мы нашли два тома. Интересно, их два тома или больше? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут, я смотрю, много домов Фалмеров. Они тут удобненько так. Не нравится мне это. Мост какой-то наверху. А как мне наверх забраться? Так, меня... Подождите, вот туда можно добраться. А тут что у нас? Вау. Тут у меня еще какая-то площадочка. А ты еще откуда? Иди сюда, мой маленький. На! Получай!
Извини, но сейчас не до качания лука. Этот меня сейчас будет быстро убивать. На! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, я сохранялся давно, и мне это не нравится. Давайте, наверное, зелье лечения. Мне осталось чуть-чуть, но мы нашли большое. Но! Как классные вот эти частые добивания. Есть! Грибочки, люблю грибочки. Вау! Ребят, мы нашли еще одного великана, который неплохо так расправился с фалмером. О, господи, я бы просто сломал ногу, вы только посмотрите. Да. Это да. Ну что ж, мы нашли еще одного ледяного великана. Ну что, дружок, давай драться. Давай, мой маленький. Сейчас я юзну немножечко бонусов. И я тебя буду бить. Бить больно, больно, больно. Так, давайте, наверное, я использую всякие зелья. Рыцаря. Тяжелое. Ой, я возьму, чтоб навык. Давай, малыш. Давай, мой маленький. Покажи, на что ты можешь. О, да. Дайте я сохранюсь. Воу, сработал скилл. Да, сработал скилл, ребят. У меня восстановилась маска. Маска все-таки, моя дорогая, сработала. Обалденный пинг. Есть. Так, бриллиантовый парагон мы нашли. Бриллиантовый. Ну, судя по всему, это считается как бы самый ценный парагон. Главное потом не забыть и отправиться дальше. Так, стоп, подождите, а я что, могу сюда выйти? Наверх куда-то? Или мне показалось? Не. Тут нет выхода никакого. Да нет, в любом случае мне нужно идти обратно. Да. Хм. Я помню, что когда-то я именно этого ледяного и пропустил. Но сейчас мы не пропустили, отлично. Тут еще нас ждет деревушка фалмеров. Не, реально, полноценная деревушка фалмеров. Тут просто посмотрите, они тут еду готовят. Они тут живут. Шкуры заберем, вот эти вот уникальные. Такое ощущение, как будто какой-то трупик. Разные какие-то сооружения они тут строят. Ну что, друзья, на этом все, мои дорогие. В следующей серии я буду продолжать свое прохождение легендарного... Да! Драгонборна. Даунгарда. Все, друзья, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. Всем огромное спасибо и счастья. Пока, друзья. Пока.